На отчетном концерте детской цирковой студии «Арабеск» гостей вечера ждала увлекательная программа, состоявшая из номеров, мастерство исполнения которых воспитанники оттачивали весь год. Наличие такой цирковой студии для районного села неоценимо. У детей не так много выбора, где можно получить дополнительное образование и проявить свой талант. Занимается с детьми несменный руководитель Гульгасия Кадыкова. Она старается детям помочь, чтобы дети себя показали во всей красе. И не только где-то здесь, а у нас в районе, а везде. В область мы выезжали, выступали. Последний конкурс был 30 мая. Мы выезжали в Кустанай и заняли 4 первых места. 2 групповых и 2 сольных. Когда был коронавирус, мы выступали и так, по-дистанционному. Отправляла я свои как номера в Дубай, и они там у меня выступали как бы по-дистанционному и занимали призовые места. Яркие и красочные номера воспитанников получили заслуженное признание сельчан. От акимата района, от имени заместителя акима района от всей души поздравляем с сегодняшним праздником. Желаем дальнейших творческих успехов, достигать еще больших результатов. В честь завершения очередного учебного и творческого сезона юным дарованием вручили благодарственное письмо акимата района и сладкий подарок – красочный именной торт. В цирковой студии «Арабеск» занимается 22 ребенка от 5 до 12 лет. Уже сейчас воспитанники младшей группы с легкостью делают перевороты, шпагаты, колесо и другие гимнастические элементы. А вот звание примы заслуженно носит Майя Нургалиева. Она единственная оставшаяся из первого набора. Ее стаж занятий в цирковой студии – самый большой – 7 лет. Мы один раз пришли в гости к друзьям мамин родителей, и там девочка ходила на гимнастику. Потом я попросила маму записать меня на гимнастику, до сих пор хожу сюда. Потому что там всякие элементы сложные, перевороты с предметами, работаем с мячиком, с мячами, там, с палочками. У нас акробатика, эквилибр, гимнастика, потом мы начинаем жонглирование сейчас, владение предметами, также включая художественную гимнастику. Этот вид искусства очень тяжелый. Тут нужно усилие, чтобы терпение было, как бы сказать, чтобы они выдерживали. Растяжки у нас очень болевые, и поэтому не все остаются. Пластика, грация и, конечно же, техника, отточенные движения, легкость в исполнении каждого элемента. А овации зрителей после каждого выступления дороже слов благодарности. Алия Досмагамбетова при содействии телекомпании «Акцент».